полностью выехал я уже из Инсбрука, еду уже в сторону Италии, на город Больцано. Еще рассвета не было, еще темно, так что пока еще так видно очень, пока так только. Дальше уже будет это разведнеется, уже потом буду хорошо снимать, побольше уже. Но пока еще ночь. Пока сниму ночной Инсбрук. Вот он какой. Хорошо было приехать бы днем, походить по городу бы. Было бы интересно. Через 2 часа буду в Больцано. Сейчас электричка приехала, станция Матрай. Вот, вот поближе как написано, едем дальше. Это еще пока Австрия, пока еще видно, по австрийским вокзалам сделано. Вот как раз уже начинает разведеваться, уже скоро уже видно будет окрестности. Дальше будет еще светлее. А вот уже австрийские Альпы. Правда, еще свет мешает, но уже оно виднеется уже. Скоро будет уже Штейнахентироль, подъезжаем уже к нему. Как раз.